Футбольный клуб «Кызылжар СК» пополнил копилку своих побед тремя очками. 19 мая в рамках 7-го тура первенства по футболу наши спортсмены встретились в Астане со столичным «Байтереком». В первом тайме против аутсайдеров чемпионата страны соперники не забили ни одного гола. В следующем отрезке игры на 53-й минуте полузащитник нашей команды Сергей Струков открыл счет. Астанчане смогли ответить на 77-й минуте. Автор гола – Максим Гладченко. Но, тем не менее, на второй компенсированной минуте в ворота «Байтерека» был назначен пенальти. С 11-метровой отметки Сергей Струков не промахнулся и сделал дубль. Тем самым он подарил победу своей команде. Теперь кызылжарцы с 14 очками снова во главе турнирной таблицы. Следующая игра «Кызылжара» пройдет в среду 25 мая на стадионе «Карасай». В рамках 1/4 Кубка Казахстана они встретятся с чемпионами страны, клубом «Астана». Матч начнется в 6 часов вечера, вход бесплатный.